Российское зерно на вес золота. Торговые отношения с Ираном налажены у Самарской области давно. Из нашего региона поставляется сельхозпродукция, прежде всего зерновые и масла. Из Ирана это в основном керамика и текстиль. Но перечень продукции на экспорт можно значительно расширить, уверены самарские производители. Мы хотели бы расширить перечень тех экспортных материалов, которые мы туда в данный момент экспортируем. То есть помимо зерна, это еще могут быть и удобрения, это могут быть многие промышленные продукции, которые выпускает наша область. Внешний торговый оборот между Ираном и Самарской областью за 2019 год увеличился в 5 раз и превысил 110 миллионов долларов. Потенциал для сбыта продукции большой. У Ирана огромный торговый потенциал. Это фрукты, сухофрукты, овощи. Также возможно более тесное сотрудничество в туристической сфере. Расширение сотрудничества возможно как в плане создания совместных торговых домов, по аналогии, как это было сделано в таких городах, как Астрахань, Волгоград и Саратов. Мы изучаем этот опыт коллег, он представляется нам достаточно перспективным. По итогам прошлого года экспорт продукции АПК Самарской области превысил 315 миллионов долларов. В своем послании губернатор Дмитрий Азаров особенно подчеркнул, для дальнейшего роста экспорта сельхозпродукции и создания производств с высокой добавленной стоимостью необходимо изменить критерии отнесения инвестиционных проектов в сфере переработки сельхозпродукции к ряду стратегических, снизив пороговый объем инвестиций с 650 до 200 миллионов рублей. Это позволит инвесторам получить более значимый объем прямой господдержки. Наращивание объемов экспорта необходимо и для того, чтобы обеспечить рентабельность сельхозпредприятий, гарантировать им конкурентные цены на продукцию. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков, события.